Мы восхищены к престолу Бога, благодаря Его милости и благодати. Любовь к Богу взрастает в сердцах святых, что непоколебимы на своем духовном пути. Они верят в то, что сам истинный Бог пришел во плоти, что Он глава вселенной, управляющий всем сущим. Это подтверждено Духом Святым, это незыблемо во веки веков. Всемогущий Бог сегодня открыл нам глаза, позволил видеть слепым, ходить хромым и исцелиться больным. Ты отверз нам окно в небеса, и тайны духовного мира дал узреть. Твои слова наполняют нас, ты спас нас от нашей человечности, развращенной сатаной. Это твой труд и милость великие, мы твои свидетели. Долго был ты сокрыт, смиренен и молчалив. Ты пережил воскресение из мертвых, страдание на кресте. Ты познал радости и горести человеческой жизни, гонения и невзгоды. Человеческого покинут был веком сим, воплощенный Бог, это сам Бог. Ты спас от брения нас ради Божьей воли, держа нас в теснице своей и даруя нам свою благодать. Ты не жалеешь сил, чтобы вложить в нас свою жизнь. Твои кровь, пот и слезы кристаллизуются в святых. Мы плод твоих вечных стараний, мы та цена, что ты заплатил. Церкви объединив их в Филадельфийскую церковь, тем самым исполнив свой 6000-летний план управления. Святые покоряются в смирении пред тобой, связанные в духе и любви между собой. Источником жизни живая вода непрестанно течет и смывает грязь, запятнавшую церковь, очищая вновь храм твой. Но правит в нашем духе, мы с ним идем и обретаем трансцендентность, побеждаем в мире, наш дух окрылен. Все это результат того, что всемогущий Бог становится царем. Сотрудничай с Богом, служи согласованно и обретай единство, исполняй.